Первая морщинка, и страхи множатся. Ты ищешь тот журнал в корзинке, где все про кожу лица. А помнишь, ты читала где-то: «Моя красавица». Морщинок нет совсем у тех, кто не улыбается. В 30 у Екатерины II все только начиналось. Эйнштейн молодой учителей вызывал лишь жалость. Продолжение будет, и будет повесть. И даже если вам за 30 уже ушел ваш поезд. А вот Витек разбил Тойоту, но, слава богу, сам живой. Он столько на нее работал, и вот на свалку, боже мой. Зато жена у Витьки прелесть, и сын отличник дома ждет. Да ну, Витек, подумаешь, невесть, Капина-патриот. 40 Христофор Колумб только лишь собирался плавать. Петр Первый еще не разбил шведов под Полтавой. Продолжение будет, и будет повесть. И даже если вам за 40 уже ушел ваш поезд. А кто-то провалил экзамен, а кто-то друга потерял. Но вы поверьте, перед вами просто открылся другой портал. Он неизвестен науке, и глаз его не найдет. Но вы доверьтесь сердце стуку, тук-тук сердце не подведет. В 30 у Екатерины II все только начиналось. А Эйнштейн молодой учителей вызывал лишь жалость. Продолжение будет, и будет повесть. И даже если вам за 30 уже ушел ваш поезд. И даже если вам за 40 уже ушел ваш поезд. И даже если вам за 80. Спасибо.